Всем приветик, с вами Виктория. Я снимаю сейчас влог из города Белая Церковь. Я здесь училась много-много лет. И всегда, когда сюда приезжаю, такое чувство, будто это мой второй дом. Приехали мы не просто так. У моего брата были здесь соревнования по борьбе, чемпионат Украины. Уже все закончилось, и вот мы втроем решили прогуляться по городу. Вон там сидят на скамеечке мой брат и муж. Брат меня фотографирует, говорит, смешно, когда я с камерой разговариваю. Мы зашли в парк Александрия, это считается дендропарк, красивый. Я здесь частенько гуляла, сейчас засниму вам красивые места, а потом еще отправимся в город погуляем. Аромат, сирень, все цветет. Красота! Китайца за бороду как минимум не принято. Так, что мы загадаем? Все, я загадала.
Спасибо.